Так, ну сейчас покажу, как сливать масло. То есть это все разбирается. Масло у нас 2 дня на нем уже поработали. То есть не каждый день сливаю, а 2 дня работаю, потом сливаю, то есть убираю осадок и доливаю немножко нового. То есть оно так поднимается. Еще момент, почему я предлагаю вот эту чебуречницу. То есть здесь она, короче, это русское производство, это HCP1. То есть вот это обычная гастроемкость, ее можно купить, то есть в любом магазине, где продают какое-то оборудование для общепита. Вот. Дальше. Вот этот у нас переключатель, то есть включаю-выключаю. Это обычный вот этот вот автомат. Вот, он подходит, то есть на 16 ампер. Вот, тоже подходит, в любом строительном магазине можно купить. Дальше. Вот этот термостат, вот, они горят, допустим, раз где-то, ну, на год хватает, горят тоже в любом магазине, где продаются запчасти для оборудования общепит. То есть подходит он от любой, как сказать-то, духовых шкафов. Вот. Ну, непосредственно, то есть есть для фритюра от 50 до 250 градусов диапазон. Вот. Все, вот так я беру 2 салфетками. Сейчас немножко сольется. Так, что буду дальше? Дальше 2 канистры. Одна канистра чистая. Вот одна. Беру воронку. Воронка — это обычная бутылка. Ну вот, то есть и из-под воды сюда вставляется и сливаю. Сливаю аккуратно, то есть достаю. Кстати, осадка здесь очень мало. Вот. Ну, конечно, очень хорошо работают, то есть у них чебуреки не лопаются. У меня, конечно, было побольше осадка за 2 дня. Аккуратно на уголок. Переливаем чистую канистру. То, что если немного попадет какого-то там осадка, это ничего страшного не будет. То есть, грубо говоря, там с одного чебурека бывает больше. Вот он то. И вот этот осадок, то есть устроился так немножко под балту, не выливаю сюда. Уже старая маска. То, что было в первой канистре, мы его опять зальем. Эти остатки, то есть беру салфетки не жалею, сюда также слили. Вот. То есть можно не жалеть, у меня бывает, то есть пачка салфеток на 12 рублей стоит, уходит у нас 2 дня, чтобы вычистить. Мыть моющими средствами, то есть вот сзади, сейчас я покажу, сзади в труднодоступных местах, так его не протрешь.